Всем привет! Меня зовут Снежина Кулова. Я обожаю лето. Ведь летом не только природа оживает, но также и соцсети. Они становятся ярче, красочнее, все отдыхают, все наряжаются и, безусловно, поднимается настроение. Одним из аккаунтов, за которым я слежу, является аккаунт Евгении Скибы. Женя сегодня у меня в студии в программе «Обозреватели». Женя, привет! Привет, Снежина! Привет всем! Очень рада тебе! Я тоже рада тебя видеть! Слушай, ты же из Петербурга? Да. Расскажи, пожалуйста, наверняка была на ВК-фесте. Как он прошел? Конечно, была. Я его очень ждала. И не только из-за музыки, которая там есть, но и из-за площадки Oriflame, которая была посвящена пяти чувствам. Я до сих пор нахожусь под впечатлением и обязательно буду посещать все мероприятия Oriflame, с нетерпением их ждать. Это точно. Хорошие эмоции останутся с тобой навсегда. А вообще, как проходит твое лето? Лето замечательно, но так быстро заканчивается, а очень хочется его продлить, согласись. Согласна с тобой. И в 11-м каталоге Oriflame у нас как раз очень много интересных новинок, которые позволят продлить летнее настроение. Давай скорее знакомиться с этими новинками. Давай. Ведь мы обозреватели. Женя, ты любишь летом бывать на природе? Обожаю. Для меня это такое пьянящее чувство, когда ты оказываешься наедине с природой, и ты вдыхаешь свежий воздух, он преисполнен ароматами цветов, пряных трав. Это так чудесно. Ой, согласна с тобой. Вообще ароматы оказывают очень огромное влияние и на настроение, и на самочувствие. Согласна полностью. Мне кажется, даже дарят вдохновение. Определенно. Ты знала, кстати, что есть люди, которые очень придирчиво относятся к выбору ароматов? Это я. Не только для себя, но и для других это однозначно, потому что я могу придраться даже к тому, что носит там мой молодой человек или кто-то в моем окружении. Для меня это очень важно. Серьезно? Да. Тогда я тебе сейчас познакомлю с таким новым ароматом Be The Wild Legend. Это мужской? Это мужской аромат. Здорово. Он в себе очень гармонично, мне кажется, сочетает амбровые нотки и ноты пряной лаванды, терпкой лаванды. Лаванда. Это, да, поле, красиво, лето, амбра. Но мне кажется, я чувствую здесь свою любимую ноту душистого перца. Да, да. Так ли это, Женя? Чудесно. Я люблю очень. Это такой аромат. Если бы я советовала этот аромат мужчинам, я бы посоветовала это мужчине, склонному к авантюризму, со свободным духом, таким очень стильным, смелым. Здорово. Согласна. И еще обрати внимание, что это достаточно свежий аромат. Мне кажется, для лета это вообще замечательно, когда хочется свежести, легкости. Просто легкости во всем, даже в аромате, согласна. Конечно. А такие более тяжелые, пряные ароматы, мне кажется, больше подходят для холодного времени года. Согласна? Оставим их на осень и на зиму, а сейчас будем наслаждаться этим чудесным, свежим ароматом Be The Wild Legend. Женя, как же я счастлива, что наконец-то вернулся тренд на сияющие блестящие поверхности. Я летом пользуюсь только блеском, не люблю помады и тем более с матовой поверхностью. Согласна, тоже очень люблю блески и очень рада, что в Oriflame появилась новая линейка блесков The One с тремя разными финишами. Давай посмотрим их в каталоге. Давай. Пятая страница. Так, пятая страница, говоришь? Смотри, давай знакомиться. Здесь появились глянцевые, мерцающие и сияющие блески для губ. То есть ты можешь выбрать степень блеска для себя, которая подходит под твое настроение и под твой сегодняшний образ. Это знаешь, как каждая девушка – это бриллиант, да. И степень огранки ты выбираешь сама. Да. Круто, круто, очень здорово. Но, ты знаешь, есть один колоссальный минус во всех блесках – это то, что они очень недолго держатся на губах, и их приходится постоянно поправлять. Вот я это терпеть не могу. Да, согласна, очень неприятная ситуация, тоже это не люблю. Эти блески держатся до 6 часов, представляешь? То есть их не нужно поправлять каждые 2-3 часа. Можно 6 часов нанести и забыть об этом, и просто радоваться. Я даже не знаю, что сказать, потому что я впервые слышу такое словосочетание, что сочетается блеск и 6 часов. Это для меня что-то невероятное. Это очень здорово. Давай попробуем? Давай. Давай.
чудесный блеск, отличный оттенок. И что мне очень лично понравилось, это то, что не липкая текстура, очень приятно на губах. Да, тебе, кстати, этот оттенок очень идет и подчеркивает выразительность губ. Спасибо. А еще в этом блеске есть ухаживающие компоненты, которые также будут заботиться о твоих губках. То есть получается, что стойкий, красивые оттенки, три вида мерцания, да еще и ухаживает. Да, и за счет глиттера делает губы визуально больше. Прекрасный продукт. Я очень рада, что он появился в новом каталоге. Но не стоит забывать о выразительности глаз. Конечно. Я тебе хочу сказать, что есть The One, то, что мы обозревали сейчас, а есть новый бренд On Color. Да. Безусловно, ты с ним знакома. И у вас на сайте есть целая страничка, посвященная ему. И здесь я вижу свою любимую тушь. Я ее стащила на предыдущей съемке и до сих пор пользуюсь каждый день. Ни разу не подводила. Очень нравится. Но, Женя, как быть? Сейчас лето, пляжные вечеринки, легкий летний дождь может пойти. Вообще я собираюсь в отпуск на море. Как быть, если тушь неводостойкая? Это же невозможно. Я тоже очень люблю эту тушь. И представляешь, в новом каталоге появилась новинка. Это точно такая же тушь, только водостойкая. У нее в составе есть пчелиный воск, и она придает очень выразительный изгиб ресницам. И кисточка такая же, посмотрите. Также будет легко наноситься. То есть, по факту, это та же самая тушь, просто водостойкая. Да. Идеально. Идеально для моего лета. Согласна. Женя, у тебя потрясающие волосы, не могу не сделать комплимент. Спасибо. Как ты за ними ухаживаешь летом? Снежин, конечно, летом волосы требуют дополнительного ухода, защиты от ультрафиолета. И как раз в Oriflame появилась новая линейка, шампунь и кондиционер для волос, гранат и овес. Попробуй, аромат. Аромат очень приятен, но этим меня в Oriflame не удивишь. У вас все с потрясающими ароматами. А вот такое сочетание овес и гранат, оно наверняка не случайно. Оно совершенно не случайно. Что за что отвечает, какие свойства? Вообще, расскажи немножко про эту серию. Да, ты права, это не случайное сочетание. Овес, он интенсивно питает волосы, а гранат позволяет им бережно очиститься и защищает окрашенные волосы от обесцвечивания. Ну скажи, это подходит абсолютно всем типам волос и всем цветам волос? Или это вот конкретно? Да, эта линейка подходит для любого типа волос, и ей может пользоваться абсолютно каждая женщина. И я еще хочу обратить внимание, да, то, что Oriflame заботится об экологии, и все средства данной линейки являются биоразлагаемыми, в том числе жидкого мыла и геля для душа. А, это та же линейка? Это та же линейка. Просто другие продукты. Вообще, ваше стремление быть сознательным в производстве и эко-френдли меня восхищает всегда в Oriflame. Я поэтому очень поддерживаю вас и с удовольствием буду приобретать и эту продукцию. А вот мы начали рассказывать про еще продукты Love Nature. Это гель для душа, насколько я вижу. И жидкое мыло. И давай прочитаем, значит, что у нас есть на картинке. Нарисовано яблоко, грейпфрут, киви. Да. Сейчас я почувствую аромат. Боже мой, это же как лимонад, да? Замечательный. Летний, чудесный, яркий. Есть для душа очень здорово. Освежает кожу, а жидкое мыло ухаживает и питает твои руки. То есть, по факту, свойства тонизирующие и поднимающие настроение, конечно, безусловно. Важно для лета. Конечно. Всегда. И выглядит как лимонад, и вообще и аромат замечательный, чудесно. Но что-то ты мне еще приготовила. Конечно. Да? Я же знаю, что у тебя есть замечательный сын Лука. Да, а теперь я знаю, что у тебя есть замечательная дочка, кстати. Алиса, привет тебе большой. И твой сын наверняка любит мультики, как и многие дети. Обожают, естественно. И в Oriflame появилась новая коллекция. DuckTales. О, боже мой, Disney. Мы обожаем, мы большие фанаты. Да, здесь посмотри, детский шампунь и детское мыло. Очень приятный аромат. Аромат действительно чудесный. Мы, к сожалению, не можем его передать, но я надеюсь, что вы закажете обязательно эту линейку и сами почувствуете, знаете, такие нотки арбуза. Очень вкусно. Очень замечательно пахнет. Знаешь, мне кажется, это такое подспорье для всех мам, потому что есть детки, которых сложно затащить в ванную, тем более их умыть. А помыть голову? А очень здорово, что этот шампунь бережно очищает детские волосы, и он не щиплет глаза, что очень, мне кажется, здорово для всех мам и детей. Это правда. А еще, детки, посмотрите, здесь есть утенок. Это так мило. В Oriflame, кстати, еще появилась серия с Рапунцель для маленьких принцесс. А, да ты что? Да, поэтому моя Алиса будет очень довольна. А что же там такого особенного? А в данной серии тоже есть шампунь и замечательный бальзам для губ. Маленькой девочке это очень приятно. Безусловно. И нужно. Они так хотят быть поскорее взрослыми, как их мама, поэтому Конечно. Косметичка для малышки — это самое важное. Да.
Я уверена, все согласятся со мной, что отдых летом мега важен. Очень важно переключиться, улететь куда-нибудь, желательно на море. Так и есть, Снежин. Однако стоит помнить, что отдых нужен не только нам, но и нашей коже. Согласись, что летом часто бывает, что кожа становится более жирной, появляются неприятные черные точки. Бывает у тебя такое? У меня, ты знаешь, только этим летом появилось. Я не знаю, с чем это связано. Уже поменяла уход, меньше пользуюсь косметикой, а все равно кожа жирная, черные точки появились. Что с этим делать? Представляешь, в 11-м каталоге Oriflame как раз появилась новинка – угольная маска, пленка, очищающая Pure Skin. Ой, это очень тренди сейчас в Инстаграме, очень многие девочки пользуются. В чем ее секрет? Давай проконсультируемся. Мне кажется, в каталоге должно быть что-то интересное написанное. Вот смотри, экстракт ананаса в этой маске, она должна увлажнить и отшелушить, да? Да, это но важно. Все-таки главным ингредиентом в этой маске является уголь. Mm-hmm. Точнее, даже угольная пудра особо тонкого помола. За счет нее получается абсорбировать излишний себум из кожи и таким образом добиться матовости и устранить лишний жирный блеск. Но, как и везде, в этой маске очень важно грамотное ее нанесение. В первую очередь мы очищаем кожу лица. А, это очень важно. Любая маска требует очищенную кожу, безусловно. Да, затем наносим саму маску и оставляем на 20 минут, за исключением области вокруг глаз. Эту область мы не трогаем ни в коем случае. Оставила на 20 минут, а потом? А через 20 минут снимаем тонкой пленочкой снизу вверх одним полотном. И таким образом наша кожа становится чистая, красивая и матовая. А давай покажем, как она действует. Давай. Эффект должно быть потрясающий. Я эту маску обязательно возьму с собой, попробую и буду высылать тебе обновленные ссылки. Обязательно. Это точно. Вообще, могу сказать, что я маскоголик. Я очень люблю маски, но мои самые любимые, как подвид, это тканевые маски, потому что они не требуют большого времени, их не нужно смывать, их не нужно отшелушивать. Просто нанес, снял, отдыхаешь 15 минут. Вообще, это так здорово. Снежина, ты читаешь мои мысли. Я как раз нам с тобой кое-что приготовила. Это новинка серии Love Nature. Для тебя я приготовила маску с апельсином и овсом. Она буквально стирает следы усталости и стресса. В ее составе экстракт апельсинового сока, который придает тонус и энергию твоей коже. Звучит аппетитно. Надеюсь, что эффект будет таким же сочным. А у тебя что за маска? Для себя я выбрала маску с гранатом и виноградом. В ее составе есть фруктовые кислоты, которые помогают обновлять кожу. Просто эликсир молодости. Замечательные маски. Давай попробуем? Давай попробуем. Давай. Ох, Женя, так я могу только отдыхать. Поэтому, мне кажется, передачу дальше будешь вести сама. Так давай отдыхать вместе, тем более наша кожа после этого будет такой красивой и сияющей. Согласна. Снежина, вставай, прошло уже 20 минут, пора снимать. Ну ладно, так быстро, так классно. Какой крутой эффект. Мне так нравится, кожа такая мягкая. Ты выглядишь великолепно, мне кажется, кожа засияла. Спасибо большое. Ну ты вообще, тебе не стыдно меня спрашивать? После второй маски ты вообще выглядишь чудесно. Снежина, ты знаешь, что эти маски сделаны по уникальной технологии? Какой же? В основе лежит ткань Tencel, которая делается из древесины возобновляемых лесов. Она в себя очень хорошо впитывает все полезные свойства маски, при этом на коже ощущается мягкой и гладкой. Ты, наверное, заметила. Да, я заметила, и что мне понравилось, что ничего не осталось на маске именно, а все вошло внутрь, да, куда и нужно маске. Ты права. И при этом на производство данной маски требуется гораздо меньше воды, чем на производство хлопка, что вот, благотворно вот сказывается на экологии тоже. То есть мы ухаживаем не только за своей кожей, но и за экологией. Очень в стиле Oriflame. Да. Отлично. И ты представляешь, это еще не все новинки, которые я тебе хотела показать. Еще что-то у тебя для меня. Да, у нас есть еще маски из серии Love Nature. Это малина и мята, восстанавливающая маска. Это мой самый любимый аромат. Ты знаешь, я фанатка просто. Апельсин и инжир. И очень мне нравится маска с белым чаем и рисом, которая хорошо очищает кожу. В ее состав также входит глина. Как же это удобно. Индивидуальная упаковка, ровно на одно использование. Ты точно не запутаешься. Можно взять с собой в дорогу и в путешествие. Очень классно. Удобно. Берем все. Я хочу попробовать все. Это точно.
Женя, какая у нас прекрасная сегодня получилась программа. Летняя, свежая. Спасибо, что поделилась замечательными новинками нового каталога. Все новинки действительно летние. И значит, наша задача — продлеваем лето настолько, насколько это возможно. Действительно, развлекаемся и не боимся за свой макияж с водостойкой тушью On Color и стойким блеском The One. Вдохновляем свободных духом с помощью нового аромата Be The Wild Legend. Поднимаем настроение гелем для душа и мылом Love Nature фруктовый микс. Сохраняем цвет волос и блеск при помощи шампуня и бальзама Love Nature гранат и овес. Веселимся с малышами и детской серией с героями Disney. Устраиваем марафон масок с черной маской пленкой Pure Skin и с тканевыми и мономасками Love Nature. Всем спасибо, это были обозреватели. Евгения Скиба и Снежина Кулова. Пока-пока!